Так, мои машинки. Блин, хардкапры. Где же ты, хардкапры? Может, даже... Вот. Окей, добре, я понял, мене добре чути, не буду голосно говорити, секунду, закрию двері. Все, ребятки, і так, погнали, Forza Horizon 2, дуже давно грати, і вже дофіга дуже прийшов, перше тим настроїти... Твіч канали і вообще робити трансляції. Так, у нас тут старенькі радіо, провіру. Три речовні члени Європи. В Америці їх було маловато. Проте почалися. Вище, класна графіка, дуже реально тут капот без. Без кабель. Це тільки другий Horizon. Я третій вже треба збирати бабос. Бо на Xbox дуже дорого, блін, дуже дорого грати цю ігрушку. Xbox коштує відносно дорого, блін, ігри до нього. Це вже, блін. Короче, фотка вона виявляється дощ. І через задній фрейд, от велика фотка. Капіталізація. Доповнення, платне треба купити буде колись. І так от. У нас American Racers. Ага. Ну і за що прокатаємося на далеко. Нічого.
звуки тут порівняно з Gran Turismo, до якого я вже привик. Я грав. Зразу Феррарі, чи Ламбо, чи Мстер, чи Судово, чи Мстес. Реально 4. Рьов В6, там В8. Сюйковські. Управління, блін, на джойстику, конечно, такое, великое. Там, на головного джойстика, на Xbox One, вже дуже круто сюда, зручно. Дуже круто зроблена вібрація. Якщо притормозиш, вібрація йде на стік лівий, перегазовуєш, типу як на газ де. І загалом джойстик чувствується як руль. Збіжаєш на почту весь джойстик. Чим не гірше, чим ощущення пройде через руль. Ти не хочеш там чимпадав. В принципі, тут вражено. Вони тут виключені АБС, все виключено. Почати прошу. Коли виключаєш якісь нижні ті штуки, подивися ще до симуляції, скажімо. Рядом один із водителей Horizon. Отмечу його позицію на GPS. Вдруг ви захочете бросити йому визов? Ну, що для Horizon, я зараз вряд ли накаплюю. Це реальна тема, але не було нормально зробити. Знос. Для повреждення можна зробити хардкор і виконати безпечний розворот. Кацію. Входження і ігру брати на гроші. Тобто знос шини, до шини треба доміняти. Машина падає в гонку. Це реально тяжко. Пересчет маршрута. Через 200 метров поворот направо. Не возьмем. Ну и ладно. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Можно скрыть из этого. Короче, он взял идею с Drive 2. Тут даже миссии, что машины стоять там по бокам, брать и проезжать миссии. Короче, это Drive. Драйв 2 колись ігрушку до тих грав. І мені сама атмосфера була така. Через 400 метрів поворот направо. Фестивалі. Дорогі машини. Трошки підрядно вже перевірити. Йомат. Трошки мало. Ми фактично в ігрі знаходимося в Гіву. Далі, Антіпсі. Але от щось тут не є. Одна гори. Капри так трохи. Подрікує. Промоче. Їде, до речі, нормально. Через 400 метров поворот налево.
опасно лошаду зміняється тут. Є такі... Поверніть дороги, налево. Типа на ремінь. Є різки. Боремо на себе. Завжди про таки мрія і нова люта. Рано, зараз сонце буде ставати. Досить круто зроблено. Не просто міськи то, що от коли ти вертаєшся. Я что-то не решил, хочу сказать, что вот так вот. Так, поступил там, на зиг. АВС, переезжай. Без АВС дуже сильно клеим в класс. О, радио, задела, задела. Ладно, радио спрашивает. Чипчик. Да, радио тут задело. Че? А, я тут газ тримав вже. Так, що я, машини б'ються, але в мене режим спеціальний. Поверніть налево. А що так писати? Через 400 метрів поворот направо. Віта, якщо чесно, є трошки. Поверніть направо. Дуже планувано на 360 останній раз що грав. Разом. Я, до речі, трошки разом буду прикольніше. Технологія, типу, перша. Ми ж на третій вже. Четвертий разом. Точки в мене є, теж 10 років. Выполните безопасный разворот. Прибыли в пункт назначения. Так, берем маслкара. То есть у нас тут я... У нас я... Привет, чувак! Чем привет. Тебе помочь? Привет, чувак! Вторая локализация этой игры. Привет, чувак! Так, маслкар у нас... Я езду на Плимут, на Плимут. Хем 426 бігблоці. 8-2. Графіка, блін, реально. Все зроблено, блін. Все дерево, все дальше. Через 400 метров поворот направо. Тут рассказ. Поверните направо. Через 200 метров резкий поворот направо. Резко вправо. Старі оці гонщики їздять. Вони їздять так само, як чоловік на лайні.
де ми знімаєшся, коли ти їдеш пробувати кошти. З вами постачка компанія. Ви прибули в пункт назначення. У всіх іграх. Заїжджаєш в точку, типу реєструєш на чому. Графіка, блін, капець. Що так зроблено? Радіатор, все класно, мене. До мілочей все пророблено. Люди реально люблять нас. Нартівно. Я вже не пішло. Є нормальні точки. Дуже кликається, тут якщо грати симуляцію, то не пограти, що не вийти, тут реально чуваки там грати. Це кожні гонки. Склас, які там ремонт, може їм. Будь дерев'яний, такий здоровий. Бачите, трафік є далі, навіть якщо гонка йде, то трафік все рушує. Те, що буде сама гонка, тут є чекпоінт, і можна часто не пропускати. Їдеш, правда, ти не знаєш траси, так? Треба буде гатуватись пару раз, щоб вивчити, щоб на пару пропускати чекпоінт, як лип. Порівняно з Грантуризмом, то теж буде. Зато можна просто бачити вас. Последний раз я уже заразился. Шар уже. Стартовать на нас локали реально тут тяжко, потому что тут весик и рок, он мой хит, а, как педали, але... Класно видно, от в капоті ця чорна фігня. Вона до мотора прикріплена, то воздух зборні окремо від капота рухати, типа реально мотор вже рухається, газовий штук. Мелочи і у спинки, тому що реально дуже тяжко. От реально газуєш, що грається подушка, грається. До речі, ми виграли. Напряжённая гонка, молодец. Напряжённая драйв там. У мене сині безліди, коли чуваки з зеленим безлідським жовтим. Жовтий – це взагалі перше, а от красненький з зелені – це вже... А, в мене був зелений, значить, в мене 43-й. Окей. Коротше, бо плана схватаю 750 тисяч. Ціни в магазині приблизно такі, як, ну, як в Європі на машині. Коли їздиш без всяких помічників, дуже скоро відбувається, тому що тут дофіга дають за нормального. Типу, якщо все повключати, траєкторії, помічники, які допомагають водити, от цей Storm Island, доповнення. Це, типу, острів, де постійно двіж, постійно якісь загрози. Ви перейшли на новий уровень. Так, от, коротше, приходиш на новий уровень, і тут перебанилися. Бувають.
Наша трансляція буде десь примерно біля 2 години. В принципі, ми чим багато там переконалися. Там трошки щось пахло. Можна зразу вибирати, якщо я розумію машину. Це хорошо зробило. Можна затикати часом їздити на одній машині, а гляньте, треба буде на другій, так що. Фактично такі тачки не тягнули, тому що де і так. Якщо вже чогось хватає мощі, то діда. От, але в принципі є щось. Скоріше. Дару просто взяти. Ну, передачі. Не сбавляй обороты. Да, вот такая вот штука. Заново. Ой. Эту паузу. Распределяюсь там не дуже. Нормально, что был микрофон. Реально так не
взял, даже вон другая машина взял на глазах Xbox. Такого мощного компьютера мы произошли на максималочку. Раз. Начни все играть с траектории. Отличная гонка, приятель. Ты начинаешь спасибо, делать себе приятель. Имя. Спасибо, приятель. Так у нас друзья даже, да? Ничего себе. Глядайте, чат, глядайте. Добро пожаловать в чат. Тера-тера-та-та. Так. Го-го-го-го. Валим дальше. Ну, не сильно, до речі, тачку заводив. Фари побитяка. Це прикольно. З боку тут. Шкода, що можна тут в форзі чувака міняти, вибирати свого. Може, я хотів жечною пограти. Жечною їздити, всіх наказувати. Далі хтось в цьому Ісланд, блін, з тими деревами. Innovation Radio. Вулкан. Тобто, коротше, в Ісланді є гонка на вулкан. Але ми не можемо купити, тому що ми на Україні. І у нас на українського магазину, до речі, це дуже фігово для цього. Якщо чесно, мати вже не все. Чому можливо купити? Тому що ми купити карточки в Львові і з рубльовими карточками. Тобто, якщо ми щось купити, де то якось. Буде. Буксую, блін, то. Оці штучки заховані, це оп. Не обвалює. Коротше, і трава вон заминається, це бізон. Валиш? 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 І можна їхати, куди глаза глядять. Бачу гору. Чи от клейкиш по бездорожі, прям так просиш. Це просто безгранний їх той перший пацан. Дзвон. Ви прибыли в пункт назначения. Неплохо. Заработал розовий браслет. Розовий браслет. Паша сокомат. Смотри, до жизни. Да ты вообще. Ну да, быстро. Надо пролетать. Ты что, боты не должны летать. Надо их подводить. Это характер. Рейси їхав і їздив Порше на Махову. Виганяв тормозив переді мною і далі. Але тут кілька мало, але зустрічаюся.
Так, все фигня. Надо ще проїхати вон. Одну чи дві. Виповніть безпечний розворот. Покинуть круговий перекресток через третій з'їзд. Дуже вибрую я тільки. Газу. Стік газу. Далі віддає. Сигнал. Ой. Сигнал, я може хочу пофакати. Скло розбитися. Ніки не робить. Це ще прикольно тим, наприклад, сімдарить. Воздухання. Метод. Це віку передні. Відповідно. Від. 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 Раніше таку іграв я грав, то це було. Були такі обмежені. Траса, де можна кататися. Ніч розпитатися. Грав там два чи що, то вони були швидко кататися. Дороги все одно були такі, що там все рівно. Розпитувалися, типу не б'єте. Оці штучки, проволочки, це для капота. Щоб триматись. От на ходу не відбився. А на когось тобі навозив. Приятель, ты многого добился. Выиграй следующую гонку, и ты чемпион. Так, все, чекай, что выиграем. В принципе, мне не важно, мы точно не будем проходить. Чемпионом ты даже почти не спутаешь. Легендарна тачка, блядь, кулірка легендарна. Всю рулету з розкрасочкою. Зад не задирається, не тормозить мене. Люди нормально реалізовані, вони все скричать. Кротуризм якісь картонки стояли. Блін, там попаду торважив. Я вивісив. Великий. Так назвучений грає. Thank you.
дуже трусить. Живам там не сильно, але внедорожником грати. По лісі точно, бо там задній привод. Типа можна зрізати, да? Але де тут чекпоінт? Все одно ми виграли. Дружище, это было невероятно! И еще один чемпионат в списке твоих побед! Эй, приятель, так держать! Еще три чемпионата, и ты гарантируешь себе место в финале Horizon. Нам больше можно играть. Мало реально. Надо выиграть. Все зараз. Виграли чемпіонат, беремо тачку, беремося, бабки, поговоримо. Виноградники італійські, блін, їх можна поскошувати. Ну класно, дуже зроблено. Ну така місцевість, взагалі. Этот чемпионат был последним в этих больших. Когда будешь готов, а центр в Сен-Мартене. Оттуда мы двинем обратно на фестиваль, прямо к церемонии награждения. Сен-Мартен. Ну, їдемо. Так я там завтра в аеропорту хочу покататися на зайці, тому що не їду. Сюди. Блін, я не фінка сюди. Выполните безопасный разворот. Через 400 метров поворот налево. Поверните налево. Пересчет маршрута. Через 400 метров поворот налево. Где я сама такая налегке, типа? Морочка, и, в принципе, в фестивале. Но я не мат, серьезно, их не стану. Гарри, ты будто в этом зрил. Вы прибыли в пункт назначения. Пытаешься, расслабляешься, лифтом, кладешься. Да наш сыночек. Козленочек. 904 рейтинга. Уиллис. Где? Дефендер. Затуля. Давай, Затуля. Погнали. Сесть машину. В правый руль буду входить. Да не нафиг. С вами Радио Innovative Leisure. Всем привет! Вы с года и половите. Через
400 метров, поворот налево. Поверните налево. Через 400 метров поворот направо. Поверни направо. Через 400 метров поворот налево. Поверните налево. Через 400 метров поворот направо. Заносы. Поверните направо. Можливо. Ну, але. Перед завтрашними большими гонками можно и повеселиться. Бару Митсубиши ралли. Хорошо, смешно. Сами пить. То нарфался, то били занимался городском городе здесь. Фольксваген. Субару новый сами. Новый сами Субару. Новый раз на 2005-2008. Восьмый, да? Восьмый, девятый Лансер. Девятый, блин, восьмый Лансер, это, конечно, модерн ралли.
Нелли гитары. Лексус дополнил. Тубир. Полноправильно. GS350. Мазерати Фестен Фурьер с 1600-м въехал в трату. AMG полноправильно. Автозатый AMG полноправильно. XRS. Джерем Кларсен должен любить этого C63 AMG Black Series. Он скажет, что бесполезная тачка, конечно. Она даже тяжко выпрямляется, по-моему. Всего можно зато полный привез. Або Lexus. Ну, квадро, типа, нахуй. Раз. Это теперь серий, нахуй. Страх, пасанцы, по-моему. Раз пять. Па. Четвертый раз, конечно, мы не... Ауди, в принципе, у меня не крутится. Через 400 метров поворот налево. Вот тут у нас последний раз. Поверните налево. Поворот направо. Блин.
программе. Все, что мы крутим, но это вообще крутое. Что же происходит? А, браслеты. Сейчас лидерам выдают розовые браслеты. Не хочу никого расстраивать, но если у вас нет розового... Розовые браслеты выдают. То что? Никто не мал розовые браслеты. То вы типа не в лидерах, походу. Это чемпионат ретро-салон. Кстати, тот парень на Форде Косе болтал, что тебя уделает, так что постарайся обойти его на первом повороте. Давай уже, выбирай первую гонку и вперед. Парень на Форде Косе. Ну давай. Через 200 метров поворот налево. Поверните налево. Через 400 метров поворот налево. Поверните налево. Вы прибыли в пункт назначения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Раньше можно было просто падать. То є БМВ, на рідних дисках нічого не робив її. А має бути. Сейчас.
400 метров держитесь правее. Держитесь правее. Безопасный разворот. Да, я вижу нормально. Два, доступны повороты лотерейного барабана Уилл Спин. Барабан его спин, это очень хорошо. Так, сейчас ответим Хленда трансляция. Может, это прорывчик небольшой. 13 тысяч выиграли, блин, мало. Треба, думаю, зараз після цього чемпіонату треба перерив. Вернемся. Подивимося, чи можна злити на Ютуб. І можна то видео побачити все на Ютубі. Все, да, все. Короче, я довольный игрушкой, дуже сильно офигеваю из-за того происходящего на экране. Все, это просто капец. Атмосфера, блин, не знаю, что погода вертает тебя на солнечный. Машина просто классно сделана. Все, по-разному керуется, блин. Атмосфера самой игры, атмосфера фестиваля, это вообще. Короче, можно выбирать себе тачки по-любому. Ездить на тех гонках, каких ты хочешь, например, тут как я сейчас. Короче, местные тачки. Робят кистовички, что ли? Да, и так. Отлично.
Отлично проехал. Поздравляю с победой. Просто замечательно. Так, и конзонка. Это друга, да? Еще одна. Horizon XS. Жизнь уже просто не нуждается. Чего знаешь? Не нужно. Так что двигунки у нас. Что ты было, да? Что съехало, так и серьезно кричало здесь. Шикарно. Я думаю, на наушниках сейчас буду больше позвонать этого. Классно, на набережной. О, раз. Что-то там дальше резко. Уже посесть. Направо. Розовый тут будет ничего. Через 200 метров поворот налево. Понял. Поверните налево. Брат, ну куда ты? Ну? Поверните направо. Так залупаешь, блин, все без пользы вообще. Сейчас бы реально таких стволи хрезно в Европе, это было капец. Жертв бы было немерено. Вы прибыли в пункт назначения. Адекватно буду вместиться, все. Это просто страшно. Знаю, позбирам мощники. Когда до всей гагочки в одном вместиться, блин, опасно даже. Так. О, я эмочка. Да. Это эмочка. Сложность. Индивидуальная сложность. Игры средней. Опытный мощник. Профи. АБС включена, симуляция включена. Система, а тут что? Система взаимодействия с воротом, а это подтверждение. А, да, это АБС. Система изменения, чтобы все расписывать. АБС включен, то АБС-75, это после 70%, что АБС включен. Патруль остачивается, типа, что АБС включен. Типа шеба. Ну вот насчет передач мы еще можем зачерковать. Все, погнали. Пробуем. Там мелочка. Я изрубил.
круто.
портит меня, блядь, тут харизм. Вот так надо пашить. Это смысл. Где обидно, когда же тех не типа втыкал. Осторожно дожили, это мажик был, блин. С вами Innovative Leisure. Короче, я выиграл в профиль. На твоем счету теперь еще одна победа в чемпионате. Я слышал, тебя заметил кое-кто из лучших гонщиков фестиваля. Это те ребята, которые целятся на место в финале Horizon, так что считай это комплиментом. Окей, буду считать комплиментом. Победите еще двух. Ладно, сейчас сразу кинчу. Давай-ка сделаем показательный заезд изюминкой этого чемпионата. Что скажешь? Встречаемся тут. Изюминка-то изюминка. Выполните безопасный разворот. И все, бахом прокачано. Через 400 метров поворот налево. Поверните налево. Поверните направо. Через 200 метров поворот налево. Поверните налево. Рядом один из лучших водителей Horizon. Отмечу его позицию на GPS. Вдруг вы захотите бросить ему вызов в режиме 1 на 1. Через 400 метров поворот направо. Поверните направо. Через 100 метров вы прибудете в пункт назначения. Вы прибыли в пункт назначения. Я думаю, в тренировку Microsoft, наверное, не понял, на что я хочу их. Короче, в банк приблизан. Так. Эй, короче, против бойма. Все круто. Значит, не надо. Контрольные точки у вас общие, а круг разворота у него огромный. Да? Ну, а вы не снимаете? Ага, я. Да. Ладно. Ничего. Лучше так. Такие тихоньки. Ну, ягуар, вроде, рычаг. Блин, ну как просто. Ягуар. Привет.
Прихлеви Ягуар. Реально, якщо другий ж. Нам служено немає. Вперед ли я держа на мусор? Здорово. Я себе красный. Ох, не пошел. Походу можно было разрезать это нормально. Что за такое? Чекайте, что не надо. Дороже мне убивать. Нам не понятно. Блин, постоянно пробуксовый. Даже на курсе я клею нормально, чем нормально скажу. Думаю, что дольше можно скучать. А на аэропорт будет моя презентация. Появляется, як трусцю в детську не хочу попадати. Так, я виграв, це епічно. Если честно, не думав, что у тебя есть хотя бы один шанс. Ты гнался за ним как сумасшедший. Ну це круто. Да, круто, 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 дуже круто. У нас є один глядач. Привет, чувак, как жизнь? На Ягуаре против Бонни Гайл. Чё, как? Да, эпик, конечно, неуверенно. Ребятки, пишите в чат. Если чё, пишите в чат. Блин, а я к чат вебе слышу. Не знаю. Чё-то я не знаю. Окей. Окей. Ну что, народ, мы закончили. Встречаем и отправляемся к следующей больших гонок. Да, давай тогда идем в Ниццу. Вы перешли на новый уровень. Спин, файл спин. Самый бишь вроде. Поздравляю с получением главного денежного приза. Да. Может, тебе стоит вернуться на автосалон и купить себе что-нибудь хорошее? Привет! Новости слышал? Говорят, недалеко от Кастелетто стоит брошенная машина. Поверните направо. Через 100 метров поворот налево. Кастелетто. Да, это Кастелетто. Ага. Ой, блин. Сынки.
каких. Давайте придумаем стимус. Кастолета. Быстрое перемещение. Да. И зараз візьмемо другу тачку і поїдемо шукати в Кастолета машину. І на тому будемо закінчувати нашу трансляцію, коли не йдемо. І на другу серію ми продовжимо. Блін, дощ скрізь, да. Думаю, в Кастолета нема дощ. Лады, тільки скажи, що тобі потрібно. Так, конечно. Зараз яку тачку взяти. Чому мені здалося на вот Нісан. Твін турбо, до речі, у нього 6. Хороша тема. Хороша машинка. Тут гірі теж автогірі, походу, всі машини були. Його панорамна крыша. Вона знімалася. Скоротше, 90 років Нісан. Чекаємо. Окей. Через 100 метров поворот направо. Приятничаю. Он сейчас. Пришел, да? Повернулся. Аля 90 спис. Дуги, кондиционеры. Забок это у нас. Я думаю, мы сидим без сердечных глаз. Через 400 метров поворот направо. Реально оказался этим машинам. Поверните направо. Ага, разберись. Через мусист, мусист. Мусист. Через 400 метров поворот налево. На поля освободись. Поверните налево. Поверните направо. Далее полетели так. Назначение. Вот. Сейчас. Раз,
плату на пометку. Запись, да? 100 минут. Ладно, я перезвоню. А, слушай, Ларис, как ты это делаешь? У тебя суперспособности? Может, любишь видеоигры? Да, видеоигры. О, Феррари. Ух ты! Это Феррари 250 GT? Люди за такими по всему миру гоняются. Блин. Слышал историю? Бутылка. В 70-х тут выступал один известный греческий певец. После концерта машина не завелась, он так уехал, а потом ее вроде не могли починить и... Может, это та самая? Прихворнула наша девочка. Ты тоже прихворнула. Ничего, она зарабатывает поворотник. Я пригоню к***ка, отвезкую. Работы тут много, но она у меня засияет, как прежде. Справлюсь, позвоню. Классно. Это дополнительное задание, просто вон, машина все пошла. Хотя в Здравии другим так само можно, но там то, что ты сам так, ребятки, на этом все, вижу, дорожку. Не знаю, сподобалось, не сподобалось, я буду все равно буду все рубить. Правильно, кажется. Все равно, в принципе, и играюсь. Записываю, что записывается. Типа, важко записать еще двух. Так что, все, все, ребят, вот вся серия Horizon на Зимбабве. Пошли репетиты. Ну, серии репетиты, я думаю, серии пошли репетиты. 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 Репетиты.